Нелегальные торговцы буквально оккупируют территорию рядом со входом в рынок. Вместо прилавков – коробки, раскладные столики и даже багажники автомобилей. За время ежедневных проверок на тротуарных торговцев сотрудниками управления муниципального контроля составлено не по одному протоколу. Главная сложность заключается в том, что документы у нелегалов чаще всего отсутствуют, а примечая служебную машину, предприниматели всегда готовы быстро ориентироваться. Продавцам стихийного птичьего рынка в это воскресенье разъяснили правила организации торговли животными. Уважаемые продавцы, завтра в 15 часов рынок Северный, там будет администрация, там будут представители рынка, вам определят, где вам торговать, место расскажут вам. После того, как будет определено специальное место для продажи животных, нелегальных продавцов на этом участке будут ждать протоколы за нарушение правил торговли. Главный аргумент стихийных торговцев – отсутствие мест на рынке. Но, как отмечают в управлении сельского хозяйства, это простые отговорки и нежелание платить за торговое место. За прошедшую неделю для рассмотрения на административной комиссии на нелегальных продавцов составлено порядка 10 протоколов.